Да, приступаем к девятому уроку. Хочу записать еще более сложную часть, тоже главная часть, только один из вариантов, то есть вторая вариация этой главной части тавшура. Она еще более сложная, и давайте попробую ее вам показать. Начало, как и было, пережим, и мы делаем это вторым, третьим пальцем. Дальше сдергивание. Еще раз. Дальше сдергивание тоже тем же третьим пальцем. То есть мы перешли по пережиму, сделали сдергивание и дальше делаем сдергивание два раза тем же третьим пальцем. Так, дальше. Смотрите, мы на третьем пальце остановились. Теперь мы первые сюда. Пережим идет. Не пережим, а сдергивание будет. Сдергивание вот сюда. И назад возвращаемся вот сюда. Начало. Готовим первый палец. Сейчас. Соединяем. Смотрите. Один удар вниз и два сдергивания. Раз, удар, сдергивание, раз, два. И заканчиваем. Получается 4 удара. Та-та-та-та.
открытой струне. Возвращаемся. Так, еще раз с самого начала. Первый.